Благодарность ветеранам. С 96-летним жителем Щелково, участником Великой Отечественной войны Григорием Ивановичем Петренко накануне Дня защитника Отечества встретился депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он поздравил ветерана с праздником, который для Григория Ивановича, находившегося в самом конце Великой Отечественной войны после окончания учебки в действующей армии, а затем демобилизовавшегося из вооруженных сил в 1952 году, остается праздником, обязательно отмечаемым всей семьей. Григорий Петренко – солдат Великой Отечественной. Помнит, какая была страшная война с фашизмом, какие испытания выпали на долю его близких, их деревню сожгли немцы, и каким был для него самый великий день в его жизни – День Победы в далеком 1945 году. Вы помните победу? Ну как же не помню. Победа. Я же в армии в это время был. Когда победа, мы как раз у нас это двухъярусные, это, мы в землянках жили. Победа. Что делалось? И подушки летели, одеяли. Ну, утром нам объявили-то, мы в лесу стояли, наши землянки. Вот самое это, ну, понимаете, какая радость была. Ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович Петренко родился 19 августа 1927 года. После окончания войны он еще на протяжении 7 лет находился в армии, затем после демобилизации всю жизнь работал токарем, получил квартиру у нас в Щелкове в микрорайоне Жигалово. У него выросли 2 сыновей, сейчас они приезжают к нему с его внуками и правнуками. Их у Григория Ивановича в общей сложности 6. 23 февраля вместе соберется вся дружная семья. Так принято с давних времен. Если раньше мы воспринимали это как профессиональный праздник, как праздник мужчин, в первую очередь защитников Отечества, то сегодня это, я считаю, что праздник всех. Почему? Потому что сегодня страна находится в непростой, сложной ситуации, отстаивая свой суверенитет. То есть сегодня... Вот очень такой вспоминается актуальный лозунг на злобу дня: народ и армия едины, особенно в то время, когда стране трудно. И я хотел бы поздравить всех с наступающим праздником 23 февраля, пожелать, конечно, здоровья, семейного благополучия, нам в дальнейшем мирного неба и победы, нашей победы. Андрей Цеходович, Александр Аджевский, Щелковское телевидение.